Последние месяцы расселенки в Березниках то и дело горели один за другим. Больше всего досталось домам возле строительного техникума. Чаще всего в огне был дом 64 на улице Юбилейная. Так вообще страшно просто жить в этом районе. Что-то пускай уже выносят эти дома, или сносят, или охраняют, чтобы вот такого тут не было. А не страшно, вот обгорелые части дома висят вот по бокам? Так вообще все страшно. Тут, я говорю, каждый день пожарные. Дети маленькие лазят вот по этим домам. Просто вот такие вот подростки. Дом на Юбилейной обслуживается охранным предприятием. Но в его обязанности по договору с администрацией входят лишь выезды в случае экстренных ситуаций и оповещение о них дежурных служб. А поэтому за зданием постоянно никто не следит. Чтобы узнать, что ждет расселенки и как будут решать проблему с постоянными пожарами, мы отправили в администрацию запрос. Сегодня пришел ответ письменный. Снос дома номер 64 по улице Юбилейная планируется выполнить в течение ближайшего месяца. Снести расселенные дома планируется до 9 января 2021 года. Между управлением капитального строительства и Уралстройсервис заключен соответствующий муниципальный контракт. К слову, пока дома не снесут, заколачивать двери и окна в них никто не собирается. Но вход в здание для посторонних лиц чиновники все же попробуют ограничить. Правда, как это будут делать, в ответе не сообщается. Кристина Придеина, новости Верхнекамья.